Звонила Герда. Куда побежал? Сядь, слышишь меня? Звонила Герда. Просила тебя вечером прийти в гости. Пойдешь? О, пойдешь, да? Оденешь сам? Стой! Сейчас я помогу тебе. Ну что, одел? Ну пойдешь? Пойдешь, Герди? А? Пойдешь? Ну что, пойдешь, Герди? Опять этот конкурент, Лирик, а? О, все, ушел. Ну и ты беги. Пойдем, я тебя через гараж выпущу. А то этот Лирик не даст тебе сходить на свидание. Тоже шкабель такой же, как и ты. Пошли через гараж. Пойдем, пойдем. Давай. Пройдешь тут потихонечку черным ходом. Все, давай, иди. Иди, Марсик. Все, беги. Второй раз пошел. И опять без цветов. Вечно мы забываем, как там его Герда примет. Полчаса уже прошло. Ну что? Что? Что случилось? А? Подожди, дверь закрой. Ну что ты так? Че так быстро? А? Сколько ты там? Полчаса всего побыл. А что это с бантиком у тебя? Вы что там делали с Гердой? А? Марсик, ну-ка, сядь. Сядь, расскажи. Сейчас расскажи, что вы там делали? Ну, что? Сиди, сиди. Ох и Марсик, ох и жених, а? Ох и жених. Ну ладно, это вторая твоя ходка к невесте. Давай посмотрим, как будет третья.